Российский университет транспорта вошел в список 100 лучших вузов по версии Forbes. Образовательное учреждение заняло 37-е место в рейтинге «Университеты для будущей элиты». В прошлом году в этом списке вуз был на 96-й позиции. Как уточняется на официальном сайте Forbes, в этом году авторы топ-100 изменили методику составления рейтинга. Это и привело к серьезным перестановкам в нем. В итоге при формировании списка лучших учли качество образования, качество выпускников и фактор Forbes, так называемую элитарность учебного заведения. В тройку лидеров вошли Высшая школа экономики, МГУ и МФТИ.